Урусова. Добрый день, дорогие друзья. Мироточение – это выделение благоухающего масла, которое происходит чудесным нерукотворным образом. Мира обычно выделяется из икон или креста. Старинный образ знамения Пресвятой Богородицы в Тульской области 30 лет назад нашел на чердаке заброшенного дома житель села Островки. Икона привлекла его внимание тем, что на ее обратной стороне был написан образ Божией Матери «Неупиваемая чаша». В храме Михаила Архангела в селе Урусово Тульской области икона знамения Пресвятой Богородицы сначала заплакала кровью, а потом замироточила. Это произошло во время эпидемии коронавируса. Служитель храма увидел на иконе пятно. Хотел его удалить и заметил, что это была кровь. После того, как прочитали акафист, икона стала мироточить. Прихожане говорят, в этот момент от нее пошло тепло и благоухание. Тепло и благоухание, по их словам, стали также исходить и от находящегося в храме креста. Мироточение иконы наблюдается с периодичностью раз в несколько дней. Вильяминово. В 2000 году в храме Преображения Господня, который находится в Подмосковье в селе Вильяминово, казанский образ Божьей Матери чудесным образом проявился на стекле иконного киота. Настоятель храма отец Леонид сначала подумал о том, что это просто пыль, но при попытке стереть изображение не исчезало. После вечерней службы икону вынули из киота. И все увидели, что образ Богородицы четко повторился на стекле, только в негативном черно-белом изображении. Настоятель храма обратился к благочинному с просьбой освидетельствовать необычное явление. В Вильяминово приехала комиссия Института криминалистики при ФСБ. После проведенной экспертизы ни у кого не оставалось сомнений, что образ нерукотворный. К такому заключению пришла и комиссия по изучению чудес при Московской патриархии. После обнаружения нерукотворного отпечатка на стекле, это стекло было снято с иконы и установлено рядом с нею. Теперь каждый приходящий в храм может посмотреть на это чудо. Иоанн Креститель. В городе Рубцовский Алтайского края в храме Рождества Пресвятой Богородицы перед Пасхой делали уборку. После того, как сняли икону со стены для того, чтобы помыть стену, то увидели отпечаток иконы на стене. На стене, где висела икона Иоанна Крестителя, обнаружился отпечаток самой иконы. Объяснить это с обычной точки зрения невозможно. Сейчас это место закрыли стеклом, чтобы все желающие могли своими глазами увидеть отпечаток иконы. Со всего города люди приезжают, чтобы посмотреть на этот нерукотворный образ. Это не первое чудо, которое происходит в этом храме. Год назад здесь замироточил крест. Неупиваемая чаша. В 2016 году в Христорождественском соборе Хабаровска случилось чудо. Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» необъяснимым образом отобразилась на стекле киота. Заметили это случайно. В храме решили помыть стекло с внутренней стороны икон. Когда сняли стекло с иконы «Неупиваемая чаша», то подумали, что оно пыльное. Решили помыть стекло, но пыль не смывалась. Тогда посмотрели на свет и увидели, на стекле проявился образ Богородицы. После молитв перед этой иконой люди получают исцеление от алкоголизма и наркозависимости. Каждую неделю проходят молебны у этой иконы «Неупиваемая чаша». На этом на сегодня все. Продвижение канала зависит от ваших лайков и комментариев. Если вам не понравилось видео, или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог!